Всем привет! Сегодня вот хочу поделиться вот такой вот вкусняшкой, так сказать. То есть то, что я люблю сама. Хочу спросить, а вы пробовали суходольское мороженое? Называется вот Антошка, вот в таких вот тазиках. Реально вкусное, на молоке. Сейчас вот покажу, производитель тут где-то написан. Представитель, адрес мощности, Суходольск, вот шоссейное. То есть реально это Суходольск, это производит ТЛНР, хорошее мороженое, оно бывает разных вкусов, я взяла с карамелькой, мне очень нравится. И в отличие как бы от других более навороченных и раскрученных сортов, оно реально на молоке, оно вкусно, как пломбир моего детства. То есть я на него подсела, как на наркотик. А вы пробовали, видели у себя в продаже или вам такое не возят по другим городам республики?